Сегодня я тебе покажу, как можно настроить на своем сервере в Atherness whitelist. И если тебе интересен данный видеоролик, то пожалуйста напиши об этом в комментариях. И да, друзья, на любой вопрос из комментариев я отвечаю. Сейчас мы приступим и все мы будем делать на сервере Atherness. Сразу говорю, ссылочка будет в описании. Сейчас приступим. И будем все мы это делать на версии 1.20.1. И сейчас, прямо сейчас мы заходим в кнопочку мультиплеер, пролистываем дальше и нажимаем на Add Server. И прямо сейчас мы добавим наш сервер. И добро пожаловать на сервер Atherness. Прямо сейчас я вам покажу, как можно, во-первых, создать свой сервер, во-вторых, как можно настроить whitelist. Ну что ж, давайте приступим. Вот, я, в принципе, создал уже наш сервер. Вот у нас Dendy 001Q. Заходим сюда. В принципе, зашли на наш сервер. Мы выбираем ядро ванила, потому что у нас здесь не будет никаких плагинов. У нас будет чисто whitelist. И прямо сейчас, смотрите, вот у нас версия. Сейчас мы изменим версию на нашу версию. Нажимаем на кнопочку «Изменить». И у нас версия 1.21. Находим нашу версию. Вот она. Смотрите. Нажимаем на кнопочку «Переустановить». Да, «Переустановить». Все, мы все это переустанавливаем. Все, у нас успешно переустановилось. Теперь у нас версия 1.21. В принципе, все у нас отлично. Теперь у нас вот наш айпишник, вот наше ядро и вот наша версия. Что нам нужно теперь сделать? Мы заходим вот сюда вот в настройки. И вот у нас наш сервер в Майнкрафте. То есть все вот наш сервер properties. Что мы можем сделать теперь? Смотрите, у нас есть белый список, это то есть как раз whitelist. Мы нажимаем включить его, то есть вот он у нас включен. Пиратский режим, ну, можете включить, если у вас как бы пиратка, там, T-Launcher, все такое. И пока что на этом все, поэтому мы заходим на сервер. Он пока что запускается, мы принимаем лицензированное соглашение. И вот у нас он подготавливается. Когда вы только создали сервер, у вас он должен подготовиться. У вас он должен немножечко подождать. То есть вы немножко ждете, и он у нас запускается. Друзья, как вы заметили, здесь появился вот такой вот порт. Обязательно с портом вы должны скопировать данный адрес, и вы сможете зайти на свой сервер Atherness. И да, друзья, обязательно не забудьте установить ту версию, которая вам нужна. На моем сервере версия 1.20.1. И вот наш сервер, в принципе, запустился. У нас есть 5 минут, чтобы туда зашли люди, либо же зашли вы. Поэтому прямо сейчас копируем наш айпишник и переходим в Майнкрафт. И вот, в принципе, мы перешли в Майнкрафт. Вот наш сервер. Добро пожаловать на сервер игроков Пион 231. Это наш сервер. Прямо сейчас, смотрите, мы заходим, и нам пишет файл to continue, то this server. То есть, и тут написано, вы не в этой листе на этом сервере. Поэтому прямо сейчас мы нажимаем на back to server и переходим на Atherness. Прямо сейчас я вам покажу, если у вас такая ошибка. Смотрите, прямо сейчас мы выключаем наш сервер, он у нас останавливается, и нам нужно будет что сделать. Смотрите, мы переходим в игроки. Вот, мы, в принципе, перешли в игроки, мы нажимаем на белый список. Это, если что, ребята, белый список, это как whitelist, либо же белый список, ну, он так переводится. Поэтому, смотрите, у нас ник на данный момент это Dendy001A. Вот, мы, получается, добавим, и вот наш ник Dendy001A. И, смотрите, мы, в принципе, сами себя уже добавили, и вы можете так добавлять своих друзей и играть на своем Minecraft сервере чисто с друзьями, либо же попробовать создать что-то коммерческое. Но на Atherness, я думаю, вряд ли у вас это получится, но попробовать всегда стоит. И, в принципе, вот, друзья, поэтому прямо сейчас мы запускаем наш сервер снова. И вот, друзья, наш сервер запустился, и прямо сейчас мы заходим вот сюда, вот Join Server, ну и же как вы присоединиться на сервер. И вот, друзья, мы, в принципе, присоединились на сервер. Как, друзья, в прошлом видеоролике на своем YouTube-канале я сделал ролик про то, как можно скачать плагины на свой сервер в Atherness. И вы можете посмотреть данный видеоролик, я думаю, он вам пригодится. Друзья, если у вас возникли какие-то проблемы, какие-то трудности, или у вас что-то не получилось, то вы можете написать обязательно в комментариях, и я обязательно все это прочитаю.